Казгидромет предупреждает. Во многих областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Небольшое усиление ветра ожидается в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. А вот погоду без осадков синоптики обещают в Кызылординской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Алматинской областях. В столице республики специалисты прогнозируют 8 мороза, порывы ветра до 15 метров в секунду, переменную облачность, снег и низовую метель. Что готовит небесная канцелярия для нашего региона, рассказали нашим корреспондентам карагандинские синоптики. Вчера мы передали шторм-предупреждение об ожидающихся снегопадах, метелях, сильном ветре на 15-16 января. После того, как этот циклон сместится на северо-восток, мы ожидаем понижения температуры. 17-18 ожидаем понижения температуры и прекращения этих опасных явлений. Температура, значит, ожидается ночью в пределах 15-20, местами 25 мороза, днем 10-15, местами 18 мороза. Морозы мы ожидаем непродолжительные. С 19 января уже к нам пожалует очередной циклон, с которым ожидаем опять потепление.